Несколько десятков одесситов вышли на акцию солидарности с румынским народом под стены Генерального консульства Румынии в Одессе. По словам митингующих, таким образом они решили поддержать протестующих в Бухаресте. Напомню, 1 февраля на улице столицы Румынии вышли около 300 тысяч человек с требованием отставки правительства из-за планов властей смягчить меру наказания для подозреваемых в коррупции. Я пристально следил за тем, за событиями в Румынии, освещал это у себя на странице. И у меня очень большая радость, то, что люди в Румынии добились своего и не дали выпустить коррупционеров из тюрем. Пришли поблагодарить этих людей, потому что они нам очень близки. Мы 3 года назад так же самое выходили на Майдан.